воды. А куда его? Куда на второй этаж? Где-то там что-то будет у них. А сколько кур у вас? 11. Ух ты! И петух. И петух. Как он управляется? Сосед управляется. Они уже давно не несут цыгады. От сентября почти. Значит, не управляется хозяин. Думаю, надо садиться, а он хоть бы что. Пора его в суп. Пора, да он и не старый, он ветошный. Ветошный? Да. Год один только ему. Так вы их чего держите, для красоты? Ну, для красоты. Занятия будут. Ну, молоденького не надо. Живенький какой-то ходит. Приеду, поменяю там у соседки. Еду, отдадим. Это вот погода, так он не будет там. Я вот только соседка, конечно, зарежу. А соседки не будет у меня жить. За то, что снегу ему. То как задмет, так тогда надо взять. А сейчас он у тебя... Чтобы не сошел. Конечно, сейчас он у тебя...